Пошаговая система восстановления суставов. С чего начать, что делать дальше, дальше, дальше. Целый алгоритм. Показываю, чтобы не возникало вопросов. Смотрите, начинается все с воды. Пока вы не начнете пить воду, ничего усваиваться не будет, потому что вода — это транспорт для питательных веществ и вывода токсинов. Соответственно, она должна быть щелочной, правильно биодоступной. Да, вот такая вот вода из Японии. Второй этап — идет детоксикация организма. Детокс-программа. Пока вы не наладите все обменные процессы, пока вы не поможете организму справиться с токсинами, с той нагрузкой, которую мы получаем с едой, с лекарствами, стрессы, выхлопные газы, бытовая химия, все, что на нас влияет, нужно разгрузить организм. Для этого нужна детоксикация организма. И только третий этап – это восполнение дефицитов. Это и аминокислоты, и витамины, и минералы, и ферменты, и полинасыщенные жирные кислоты. Но, понятно, должен быть каркас, пептиды коллагена, расщепленные до мельчайших частиц, чтобы это усваивалось, а не желатин и костный бульон. Дальше. Гиалуроновая кислота с хондроитинсульфатом, с витамином Е. Продукт Билурон. Шикарнейшие результаты на этом продукте. Но это, опять-таки, это третий этап. Должна быть вода, очистка и потом усвоение. Этот процесс длительный. Долгое время он длится. Как минимум 90 дней я расписываю программу. Поэтому это не лекарство, быстрого результата здесь не ждем. Возобновление клеток происходит очень постепенно. И здесь нужно терпение. Всем добра, будем здоровы.